Еще несколько недель назад было невозможно представить, что своими глазами можно будет увидеть цитадель Алеппо с восточной стороны. Но вот этот день наступил. После взятия сирийскими войсками офтальмологического центра и успешного отражения контратак противника, правительственные войска продолжили свой победный марш вглубь южных кварталов восточного Алеппо. Мы прибыли в расположение 629-го батальона сирийской армии для того, чтобы сопровождать атаку в квартале Хербель и Баба-Нейроб. Солдаты проводят последние минуты перед атакой за игрой в настольный футбол. На лицах солдат одеты маски. Все помнят недавние газовые атаки и не хотят становиться следующими жертвами. Солдаты идут вперед, но ни взрывов, ни выстрелов не слышно. Вот среди вышедших мирных жителей был замечен мужчина со свежими порезами на лице. Прежде чем выйти, боевики сбривают бороды. Это верный знак того, что еще вчера он стрелял в нашу сторону. Как объяснили бойцы, его отправят в Мухабарат. Там уже и решат, что с ним делать. Штурмовые группы продвигаются вглубь, идя от перекрестка к перекрестку. Местные жители показывают, где был штаб боевиков. И, как обычно, всем управляли боевики из Джабхата ан-Нусра. Внутри стандартный набор – мины и документы. Все ценное боевики вывезли на юг. Осталось только то, для чего уже просто нет снарядов. Как нам сказали мирные жители, боевики в 5 часов утра спешно собрались и оставили этот район. Все было настолько быстро, что никто ничего не смог понять. Вот эти выстрелы для РПГ и патроны бросили в спешке. А эти минометы и пушки адского огня уже никогда не смогут причинить вреда мирным жителям Алеппо. Вот, 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 вот